по-русски скажешь. Но я с ним познакомилась 25 лет тому назад, когда он юный, молодой, задорный, пришел в наш дом. Моя дочь сказала, что это самый прекрасный парень. Таких больше, наверное, на земле не бывает. И действительно, они любили друг друга необыкновенно. То есть они так трепетно, нежно относились друг к другу. Но я таких парней видела. Дети восхищались всегда отцом. Они его любили, хотели быть очень похожи на него. Они были, понимаете, вот единым целым. Это была такая прекрасная пара. Но мне казалось, что я больше другой не видела. Да, к сожалению, Юли сегодня нет здесь. Потому что она просто, вы понимаете, физически бы не доехала. И я хочу сказать, господа из СМИ, прекратите писать всякие небылицы. Потому что до последней, до конца жизни, две прекрасные, мужественные, сильные женщины, это Людмила Ивановна, мама Алексея, и Юля, они все время были вместе, они все время были на связи. Это действительно очень мужественные женщины, которые бесконечно его любили. Мне Юля сегодня 10 раз позвонила. Ты ему прямо скажи, что я его люблю безмерно. Хотя ты можешь не говорить, потому что он об этом прекрасно знает. Они так любили, что Людмила Ивановна, что Юля, что я просто, они смотрели, они друг на друга смотрели, они любили, они поддерживали во всем друг друга. Они помогали все время друг другу. То есть они были тоже единым целым. И вы знаете, где-то он был счастлив, потому что не каждому выпало так любить и быть так любимым. И он прожил очень яркую жизнь. Потому что он был, как раз Леша был, настоящим патриотом. У него не было ни вилл в Италии, как говорят, ни квартир, ни шикарных домов, ни в Москве, ни в других городах. Потому что он посвятил свою жизнь борьбе с коррупцией. И делал это ярко, самоотверженно, с юмором, как-то залихватски, я бы даже сказала. Но с большой любовью и с верой в светлое будущее России. И хочется сказать спасибо Лёше за эту любовь, за достоинство и за веру. И мы все от нашей семьи, от Людмилы Ивановны, от меня, к сожалению, Анатолий Иванович, ну, в связи с известными событиями, очень плохо себя чувствует, тут уехал. Но тоже просил передать всем-всем огромное спасибо. Огромное спасибо, что так много хороших, молодых людей, которые искренне любили Алексея. Которые здесь целый день стоят на морозе, стоят, ждут, чтобы проститься с Алексеем. Огромное, огромное вам всем спасибо. И от нашей семьи низкий вам поклон. Спасибо.